Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по книге «Бытия». И сегодня мы будем читать 35 главу этой книги. Она начинается словами: «Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исафа, брата твоего». Здесь Господь говорит Иакову, что надо вернуться к тому месту, где он как бы совершил символическое действие, закладку храма. И продолжал бы намаливать это место и там приносить жертвы. Это одно из возможных решений этого текста, может быть, и другое объяснение. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». То есть, если мы пойдем в Вифиль, это дом Божий, то нам надо самим омыться и всех идолов уничтожить из нашего стана. «Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего». В день бедствия моего, то есть когда он убегал в Месопотамию, «и был со мною в пути, которым я ходил», то есть и до дома Лавана, и возвращение оттуда. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». А есть точка зрения, что это тот самый известный дуб, то есть маврийский дуб, который мощью своей как бы погребает все идолопоклонство. «И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых». Ужас — это слово хит-тат, хит-тат. Здесь удвоение буквы «тав», то есть был такой тотальный ужас. Люди были напуганы вот тем, что произошло, то, что совершили сыновья Иакова, Симеон и Леви. Казалось бы, а это даже во благо обернулось всем. Но здесь уместно вспомнить слова блаженного Августина, который говорил, что Бог не попустил бы зла, если бы не имел намерения само зло обратить в добро. То есть Бог это использует. Но это не значит, что Бог одобряет ту жестокость, которую проявили Симеон и Леви, когда так мстили за свою сестру. «И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской», то есть Вифиль. Кстати, вот эти наименования в древности, теперь, как их обозначают на картах, это не всегда совпадает. «И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской», то есть Вифиль, «сам и все люди, бывшие с ним». Это связано с тем, что все имена и наименования в Библии – это говорящие имена и говорящие наименования. Поэтому не всегда слово означает именно название местности. Его можно переводить прямо. «И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». То есть здесь он видел лестницу от земли до неба, которая называется лестница Иакова. «И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача». Мы видим, что кормилица Ревекина умирает,
ее оплакивают всем семейством. И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог: имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль. Казалось бы, это уже сделал ангел, но ангел – это служебный дух. Действие ангела должен подтвердить сам Господь, и Господь является. И сказал ему Бог: я Бог всемогущий. Я Бог всемогущий, они Эль-Шадай. Шадай – это всемогущий, по-гречески пантократор, то есть тот, который обеспечивает равновесие во всем творении. Эль-Шадай – Бог всемогущий, то есть тот, который, сотворив мир, не устранился от управления мира и продолжает действовать в этом мире. И сказал ему Бог: «Ани Эль-Шадай, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресел твоих». Но здесь совершенно очевидно, Бог говорит, что ни один народ произойдет от тебя, имея в виду только еврейский народ, а Бог говорит, что именно народ и множество народов. Народ – это еврейский народ, а множество народов – это другие народы, которые примут единобожие уже в формате христианства, прежде всего христианства. «И цари произойдут из чресел твоих», то есть разные цари, имеется в виду и иудейские цари, и израильские цари, и христианские цари, и монархи. «Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. Что значит «вошел»? Вот Таргум Анкелса предлагает такое решение: «Затем слава Господа отошла от Иакова в том месте, где он говорил с ним». Возможно, это было некое осеняющее облако. Осеняющее облако. «И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей». Мы видим, что под видом как бы почитания этого камня, памятника, на самом деле он почитает это место как знаковое место. Как знаковое место. И это не поклонение камню, а это почитание Бога через знаковое место. «И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль». Вот сейчас появляется город с названием Вифиль, а раньше это означало нечто другое. «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы». Ефрафа в данном контексте – это Вифлеем. «Рахиль родила», то есть между Иерусалимом и Вифлеемом, Бет-Лехемом, это же и Ефрафа, «и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо это тебе сын». Ибо это тебе сын. А как же она не должна бояться, если она при смерти? Если твоя жизнь имеет продолжение, даже смерти не надо бояться. «И когда выходила из нее душа», что значит «выходила душа»? Душа в крови, то есть она
умирает от того, что кровь не перестает вытекать из ее тела. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бен-Ами. Бен-Ами – это сын моего горя. Сын моего горя, то есть она умирает. Но отец назвал его Вениамином. Ну, нельзя же ребенка назвать вот таким именем. А Вениамин по-еврейски – Беньямин, сын правой руки или сын юга. Да, хотя это ее последняя воля, но как он будет жить с таким сложным именем? И умерла Рахиль. А почему она умерла раньше всех жен Иакова, мы помним. Иаков по неосторожности проклял ее, когда сказал Лавану: если у кого найдешь идолов, тот не будет жить, умрет. Лаван, конечно, никого не нашел, и идолов своих не нашел, но слова были сказаны. Слова имеют особенность исполняться. Поэтому надо бояться лишних слов, особенно по отношению к собственным детям, родным, близким. Муж должен бояться плохих слов по отношению к жене, потому что такое слово может исполниться. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу», то есть Вифлеем. Вифлеем – это Бейт-Лехем, то есть дом хлеба. Там родится Христос. Христос, который сам о себе говорит, что он есть хлеб, сошедший с небес. Таким образом, как бы игра слов, Христос, который есть небесный хлеб, который евхаристически собой напитал всю Эйкумену, всю Вселенную, он рождается в доме хлеба. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. И действительно, если кто-то из вас ездил или поедет из Иерусалима в Вифлеем, то там, когда едешь, там как раз видна эта гробница, Рахиль, может быть, уже перестроенная, но на том же месте, и охраняют еврейские солдаты с таким смуглым цветом кожи. Это вот потомки именно тех детей, которых Иакову родила Рахиль. «И отправился Израиль, и раскинул шатер свой за башней Гадер во время пребывания Израиля в той стране. Рувим» – Рувим – это первенец Иакова, о котором мы уже говорили, что он блудник. «Пошел и переспал с Валою», то есть Бильгою, «наложницей отца своего». То есть пошел не по той дороге. Этот человек совершил моральное преступление. «И услышал Израиль, сынов же у Якова было 12, с рождением Вениамина, у него 12 детей. Сыновья Лии, первенец Якова, Рувим». То есть сказано, что первенец сбился с пути, как и Израиль, первенец, как народ, тоже сбился с пути, отвергнув Сына Божия. С первенцами вообще не везет. А в книге Бытия происходит замещение первенцев, когда нечестивого разбойника Измаила заменяет Исаак, когда нечестивца Исафа заменяет Иаков, Рувима заменяет Иосиф, Иосиф. Заменение первенцев – это трагедия Израиля, когда он заменяется христианским народом. А
об Израиле, то есть о еврейском народе, прямо сказано, Бог говорил, Израиль мой первенец. Но что-то с первенцами не очень везет, начиная с Адама и Евы, у которых первенец был Каин, человек-убийца на земле. Сыновья Лии, первенец Иакова Рувим, по нем Симеон Левий, то есть Рувим – блудник, Симеон Левий – жестокие люди с точки зрения Иакова, и Иуда, восхваляющий Бога, Иссахар, и Завулон, сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин, тоже такие антипоты в некотором смысле. Этот как бы станет вождем своего поколения, а тот младших будет бегать. Но Иосиф, он любезен. Сыновья Валы, служанки Рахилиной, Дан и Нефалим. Дан и Нефалим. Сыновья Зельфы, служанки Лины, Гад и Асир. Сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии. И пришел Иаков к Исааку, отцу своему. Мы видим, что Исаак жив. В Мамре, в Кириав-Арбу, то есть к Маврийскому дубу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак. И было дней жизни Исааковой 180 лет. Здесь мы видим, что Исаак прожил дольше, чем его отец Авраам. Авраам умирает в возрасте 175 лет. «И спустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав и Иаков, сыновья его». Так оканчивается история Исаака, и продолжается история Иакова. И если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 36 главу книги «Бытия». Чтобы вам не пропустить выпуск очередной главы, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет». Спасибо вас, Господь.